Самое лучшее видео за всю историю нашего там так канала. Мало просмотров, кстати, но... Ну, типа, это реально, это одно из лучших видео. Ну, там надо скипать. Привет! Привет! Вау! Вау! Че, сейчас играть начнем? Угу. Короче говоря, они решили поиграть в игру Мулабар. Марк расскажет о правилах. Короче, есть игра на телефоне, тут трэш-вопросы, трэш-действия. По ходу игры мы будем выбивать, потому что там есть задания, связанные с алкоголем. Если ты отказываешься от вопроса, то ты хуяришь. Оно и куколд. Поехали играть. Оно. Накрась ногти любому парню на твой выбор. Кто отказывается, делает 6 глотков. Фломастер, маркер. О, давайте. Это хуйня отмывается, мне как бы в универ к врачу в понедельник хуярить. Отмывается. Приду с черными ногтями, здравствуйте, я болею, блядь. Он говорит, мальчик, что, Марк, всю жизнь врачи. Amazing, спасибо за подписку. Pink of the life, нахуй, красть вторую, не помню. Queen of the life. Укол, поставь засос на любой части тела, оно. Любой отказ 4 глотка. Подожди. Чего, давай засос в любой части тела. Я тебе на пизде хочу засос поставить. Марк! Голбоёб. Задание. Кукол, поставь запрос на любой части тела. Я тебе не буду сейчас указывать, чтобы ты не был куколом, но если есть мозг. Я ставлю тебя на пиздец засос. Давай рогатку раздвигай. Чего, блядь, засос? Руку да в ногу. Ногу хочу. Блин, чуди, чтобы синяка сильно не было видно. Марк! Чему воблой пахнет? Ладно, пусть. Марк! Все хорош! Марк! Больно! Мне больно! Ай, ебанашка, блядь! Ай, синий! Где засос? Мне больно там сделал. Ты ранимая, блядь, веточка ебаная. В тебя комар летом ебется, у тебя синяк, и ты в травмпункт едешь сразу? Да! На меня кирпич упал, блядь! Пока! Парни, у меня новость, я 5 дней не курю. Я не курю 5 дней вообще, ни сигарет, ни айкосов, нихуя. А расскажи про меня. Аня за 5 дней поебалась 3 раза с незнакомцами. Бля. Укол. Ты можешь один раз во время игры неожиданно сказать «внезапный лещ» и приложить палец к носу. Кто последний приложит палец, тот почувствует от тебя смачного леща. Что там, внезапный лещ? Запомни, блядь. Когда я говорю «внезапный лещ»... Что я сделала? Что я сделала? Я тебе задание читаю. Ты проебал, реально. Ты проебал. Проебал. Ну все, ладно. Ты мне не бьешь, ебанашка, перечитай задание, блядь. А что? Нахуй ты меня убьешь. Я уебал. Так, там комар сидел. Задание прочти, блядь, хуй ты меня бьешь. Кто последний приложит палец, получает смачного леща. От кого? Хули... Сам себе давай так. Хули ты, блядь, слова тут вытираешь из текста. Давай. Так, чат, сейчас секунду. Извините, тут скинуть надо, да. Своих легких она может задохнуться. Мы осуждаем то, что открыто окно в данный момент, то, что можем заболеть ангиной из Китая, пневмонией и умереть. Мы осуждаем все происходящее на этом стриме. Ты заебала осуждать все, ёбнутое, блядь. Ангина из Китая. Оно. Никто не может называть тебя по имени в течение 2 кругов. Кто назвал, делает 1 глоток. Следи за ним. Все окей. Спасибо за 500 рублей. Расскажите, как у вас онлайн за месяц поднялся со 100 до 2К? Чувак, просто я появился на этом стриме. И у нас с Анькой получился по факту охуенный дуэт. И просто люди заходят дрочить на Аньку и слушать меня. Марк проебал он. Ты реален предсказатель будущего? Ты про корону рассказал. Реально? Да. Я по имени назвал. Блядь. Марк, я знаю. Сука, я забыл. А сколько там надо выпить? 2? Один глоток. Один. Сок. Смотри на меня. И тут Марка немножечко понесло. Знаешь, что это за звук? Что? Зов к сексу. Да, конечно. Иди, пожалуйста, задание. Так, оно... Знаешь, как... вот так, ты умеешь играть на эту хуйню? Я умею. Нет, не умею. Ты можешь пойти налить, Марк. Ну, хуярился, веди себя прилично. А, не щипай меня под столом, ебанашка, блядь. Нихуя, что делаю? Такой... Смотри, какая дерзкая стала. Пиздец, говорит, я нахуярился. Дайте поцелуй. Марк, на... У меня гандоны с собой, 24 штуки, 2 пачки. Нахуя, я согласна, чат, я... Диджей.
Продолжим игру. Куколд, со всей дури крикни в ухо «Оно куку ёпта». Если оно отказывается, делай 5 глотков. Давай. Куку ёпта! Блядь! Охуй. Нормально все? Ты в рот хочешь? Да долбоёб, всё. Оно, напиши спасибо, любое ладно. Слово на лбу Куколду. Отказ 7 глотков. О, что я ему напишу? Блядь. Так, ладно. Сколько глотков, блядь? 7? 7. Короче, Марк хочет просто... Ань. Пиздец. Ты знаешь, что такое любить жизнь? И снова Марка понесло. Где твой вайп, ебать, детка? Я нахуя бидую? Должен быть вайп ебейший просто. Тольяттинский вайп. Ты должна хуярить, что не в себя. Полети. Какой это... Какой же кринж, ребят, я дико извиняюсь. Кринж — это твоя пизда небритая. Потом они начали обсуждать, кто сколько сосал и лизал. Но их диалог прервала Люба. Бля! Люба приехала. Чуваки, Любка приехала. Сегодня тройняк будет нахуй. Это движение. Я танцевал, блять, это ебаная мамба, блять. Там. Мамба самбо. Здорово, ёб. Сейчас все будет село спамить. Кто играет? Оно, кукол, ты колхоз. Поехали. Ну давай. Мне нравится первое задание. Куча мала. Все игроки должны завалиться на куколд, иначе кукол делает 6 глотков. Ну если завалиться... Я ложусь, и вы на меня заваливаетесь. Тройничок. Какой рядом, блядь? Рядом после стимуля. Вообще нормальный! Где же ты? Я в планке, нахуй! Так, следующее задание, блядь. Игроки, которые считают, что поцелуй в засос — это измена, делайте 3 глотка. Ну, а ваше чё? Здоровье, дамы, как бы... У меня бокал для простых. Сука! Ты себе налил хороший бокал. Он решил, это девушка походит. Да. Давай дальше. Ой, блядь, а сейчас ныть будет. Ебать, я не так губу прокусил жестко. Губу прокусил. Реально, посмотри, без шуток. Ну, реально, без шуток. Ну, маме позвони, пожалуйста. Губу. Ой, пиздец, вызывай скорую, Марк. Частный или овчий? Какую хочешь, быстрее, Марк, быстрее. Вот с ним стрезвым тяжело, а нахуярился, так вообще молчу. Чат, куда ваше здоровье. Ты? Куда ты, ваше здоровье? А, да, не куда? Буду задание, блядь. Здравствуйте, адвокат Марка. В его защиту скажу, что он не тупой, просто немножко бухенький. Отнеситесь к этому с пониманием. Спасибо. Здравствуйте, я адвокат Марка. В его защиту скажу, что он не тупой, просто немножко бухенький. Отнеситесь к этому с пониманием. Спасибо. Спасибо за 500 рублей. Ванча, от души, братуха, за 500, блядь. Я сказала за 500 рублей. Спасибо за 50 рублей. Марк, иди еще уши почисти, блядь. Внезапно Ваня проснулся маленький демон. Ты, сука, доебать до меня решил. Ты что, нахуй ты отрицаешь то, что... Я не знаю, что дай мне прочитать, сука. Ты заебала меня уже, блядь. 10 минут читаешь, все. Пиздец, блядь. На, читай. Спасибо. Не хочу читать. На, ты читай. Ты умеешь читать? Нет. Блядь. Колхоз, разбей яйцо об лоб... Нет, ну пожалуйста, ну нет. Это карма называется. Разбей яйцо об голову, оно, если оно отказывается, пусть делает 7 глотков. Это карма. Только посильнее ударят, то ей реально больно будет. Лучше посильнее ударить, чтобы она сразу отвесила. Да, сама отключилась, блядь. А это не будет, что ли? Нет. Давай я тебе помогу вместе. Да, не на... Вот иди, тебя не было в задании. Окей, давай. Заебись, я тебе сказал, бей посильнее, блядь. Сука, вы такие тёлки ебаные, никогда не смущайте, блядь. Ага, осуждаю, дебил. Да бей ещё раз хуярь, чтобы ей вдвойне больно было. Хуярь ещё раз, блядь. Давай, давай. Блядь. Чё, надо ей на лицо это выглядеть? Да, 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 блядь. Нет, 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 нет
сегодня даже не выбыла. Нормально, нормально, чатик. Блять, ты дурак? Что бы ты предпочел? Быть застуканной мамой за мастурбацией? Сексом или чтобы тебе пёрнули прямо в рот? Голосуйте одновременно. Кто в меньшинстве, делает два глотка. Давайте. Давайте. Раз, два, три. Застуканным! Я застуканным, это первое. Я тоже сказал первое. Ты пьёшь. А, делай. А ты сказал второе. Пёрнули в рот тебя? Блядь, лучше пёрнуть в рот, нахуй, чем мама будет видеть, как я ебу вот этих индивидуалов ебаных. Ну, перди Тиму в рот, дебил. Колхоз, матерись следующие 20 секунд без остановки так, или делай три глотка. Ужасно. У тебя и жопа давно много выходит. Давай, блин. Только без... Я после анала только... помню, как ты обосралась нахуй мне на член, плям. Прям. Плям. Что ты несёшь? На член, плям. Что ты несёшь, придурок? Такой долбоёб, осуждаю. Плям, плям, плям на член. Плям на член. Давай, только без осудительных слов, ты помнишь. Давай, раз, два, три. Внимание. Внимание, я Любе сказала, только без осудительных слов, пожалуйста. Говно, ой. Блять, сука, говно, чмо. Осуждаем! Осуждаем, Люба, блядь! Данные высказывания. Я не знаю, мне ничего в голову не лезет. Осуждаем! Осуждаем. Полностью не поддерживаем это слово. Оно подустало. Куколд, сделай расслабляющий 20-секундный массаж, а потом выпейте на бурдышах. Оно подустало. Оно подустало. Оно подустало. Там ничего не было. Закрыли. Так, абстрагировались от всего мира. Представляем водопад. Тропики. Ты лежишь голая, вокруг абсолютно никого. Голая, рядом с водопадом на песчаном пляжу. Рядом никого. Представила? Волосы не надо. Представила? Трогать. Да, представила. Представляешь. Ты отдыхаешь. Тебя массирует обезьяна. Рядом никого, ни одного человека, ни одной людской жизни. Тут внезапно водопад раскрывается, представляешь. Водопад, вот так вот, такие ворота в водопаде появляются водяные. Оттуда выхожу я, голый. Представляю. Ты лежишь по-прежнему, тебя массирует обезьяна в тропиках. Я выхожу голый. Люб, сколько прошло? Представляю. Все. Подхожу. Слава богу, что время закончилось. Давай, бордершафт. Я так, ну заебись, Марк пьет. Ты знаешь, что такое бордершафт? Никогда ты на себя тянешь, блядь, локоть. Ну уж нормально, блядь. На телефон. Нахуй микрофон! Она на телефон вылила, блядь! Уф, блядь! Уф! Уф!